Бились мы за то, чтобы установить справедливость, привлечь к ответственности истинно виновных. В настоящий момент добиться ничего не получилось. Как видите, провокатор разгуливает на свободе, не привлечен к ответственности. Основанием для возбуждения уголовного дела что явилось? Явилось рапорта указанных сотрудников. И главный документ – заключение специалиста, который якобы усмотрел, что в этих листовках имеется экстремистский уклон. Оставили меру продлили, домашние под домашним, стража под стражей.